У меня уволился администратор салона красоты. Что делать? Это страшный сон любого директора или управляющей, когда неожиданно вечером в 9 вечера администратор пишет, что она не выйдет на работу по многим причинам. И на самом деле это не явные причины, которые на самом деле есть. Она либо выгорела, либо не захотела, либо поругалась, неважно. Но человек увольняется. Что делать в таких случаях? Завтра некому работать. Самое главное — не допускать этой ситуации. Вам нужно сделать такую систему, чтобы администратор просто не мог не выйти завтра. Если она не выходит, она теряет в деньгах, и очень сильно, а администраторы не любят терять в деньгах, поэтому они выходят дальше и выполняют те обязательства, на которые они на себя возложили. Как именно сделать эту систему, чтобы администратор не уходил с работы неожиданно, читай в описании.